Для сборки пятиконечной звезды нам потребуется 14 выпуск волшебных граней. Отделяем развертки деталей от общего листа. Гибаем по линиям. Вклеиваем пятый луч через два лепестка А. Приклеиваем треугольники через лепестки B, чтобы получить жесткое основание. Повторяем операцию для второй половинки звезды. Склеиваем вместе две половинки. Рекомендуется приклеить один луч, дать ему застыть, после этого переходить к следующему. Получаем готовый многогранник в форме пятиконечной звезды.